29 июля 2024 года, примерно в 12:00, на первом километре автодороги подъезд до Туркотельников, автодороги Волгоград, Октябрьский, Котельниково, Сальск, водитель 80-го года рождения, на запрещающий сигнал светофора, выехал на железнодорожный переезд, где совершил столкновение с пассажирским поездом, следующим по маршруту Казань-Адлер. В результате ДТП пострадало 47 человек. На месте работает следственная оперативная группа.